Диковинный овцебык до сих пор гостит в Ярселе. Особь совсем близко подошла к жилым зданиям. По последним данным, мускусный бык обосновался на улице Мира. Ярсаленцы осторожно проводят фотосессии и видеосъемку животного и пытаются его подкармливать. Как мы уже говорили в прошлых выпусках, осень для этих животных – период гона. Поэтому некоторые особи могут отбиваться от стада и заходить в поселки, что считается нормой. По словам специалистов, чаще всего вот так поодиночке бродят самцы. Можно сказать, на сегодняшний день Ямальский район – это особая территория, где распространен овцебык. То есть у нас отмечается, в принципе, в этом году, отмечаются заходы овцебыка в Приуральском районе, это Белоярский поселок, Щучий деревушка, самый поселочек тоже, Мыскаменный, Новый Порт, и Ярсели. Овцебыки – это реликтовые животные, современники мамонтов. Когда-то давно они жили на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, но вымерли из-за промысла. В 1997 году на Ямал завезли около 60 особей с Таймыра для реаклиматизации. Все это время овцебыки обитали в Горно-Ходотинском природном парке. Мускусный бык – животное не агрессивное, однако специалисты настоятельно советуют не подходить к нему близко. Также напоминаем, на территории округа охота на овцебыков запрещена, за добычу предусмотрена уголовная ответственность.